Первый вопрос к вам следующий. Как СВО и новый виток санкционного противостояния повлияли на работу Россельхознадзора и в чем это проявилось? Если откровенно говорить, то особенно никак. Ну, потому что мы всегда работали уже давно в условиях, когда все хорошие вещи, которые начинаются у нас, они начинаются по нашей инициативе. А все коллеги, которые рассказывали нам красивые слова о ВТО, различных международных организациях, ОЭСР, там, все вот эти вот организации, которые якобы созданы для того, чтобы помогать развиваться странам. На самом деле все это не так. Везде протекционизм, везде идет серьезное ограничение в доступе на свои рынки, в первую очередь это и Европа, и США. У них вообще вся система надзорная построена на том, чтобы не допускать к себе. А политически допускать. Вот Украину допустили, Украина стала экспортировать там 300 тысяч мяса птицы в Европу. Ну, для нас это абсолютно сегодня понятно. Украина скрывала высокопатогенный грипп птиц. И мы это знаем. Поэтому санкции для нас, они, знаете как, мы всю жизнь живем. Вот Россия сколько не помнит, как Петр начал европеизировать страну, да? Сразу что произошло? С одной стороны Карл XII, с другой стороны Гетман Мазепа, который предал Петра. С третьей стороны ляхи, с четвертой еще турки были, правда. Поэтому вот мы живем в таких условиях, в которых, если историю посмотреть, и 18-й год Антанта, ну вот все время так у нас. Так что нас чего пугать санкциями, мы к всему готовы. Ну а на сегодняшний день как выглядит структура экспорта и импорта, с какими странами, по каким позициям мы сотрудничаем, а от чего пришлось отказаться? Да, отказаться практически я не вижу, от чего пришлось, потому что что произошло? Мы-то ведь начали с 2000 года уже переориентацию на свое производство и отказ от импорта из таких стран, как Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что все скрытые дотации и большое влияние на ВТО, в котором ты даже вступив ничего не докажешь, мы понимали, что тогда мы уходили, а ведь тогда мы импортировали 3,5 миллиона тонн мяса. И мы уходили на Южную Америку. То есть мы наладили хорошие отношения. Аргентина, Бразилия, Парагвай, Чили, Уругвай и Эквадор. Что произошло? У нас ничего не изменилось. Просто экономика наша стала так работать, что с 3,5 миллионов мы ушли на... В этом году мы импортируем примерно 500 с небольшим тысяч тонн мяса, из которых половина это Беларусь, это не импорт, а это поставки в рамках союзного государства. И с точки зрения экспорта мы все понимали всегда, что рассказы о том, как я вот перед этим говорил, что возможно поставлять в Европу, мы всегда не ориентировались на Европу. По одной простой причине, что мы знали. Там, знаете как, игры азартные. Сегодня играем до 17, завтра до 21. Поэтому в этом отношении мы ориентировались на те страны, которые в зерне ориентировались на Африку Южную, в Турцию. В мясе мы в первую очередь ориентировались на такие страны, как Вьетнам, Китай, в том числе, ну и, конечно, вся, весь полуостров, все страны Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому вот для нас ничего не произошло, только произошло следующее. Теперь мы экспортируем в этом году 650 тысяч тонн мяса, а импортируем, ну, 530 вот на сегодня. Я свежие цифры говорю, потому что в электронной системе все видно. И мы уже на примерно 100 с лишним тысяч тонн мяса в профиците. Поэтому импортируем то, что необходимо, экспортируем то, что сегодня можно экспортировать. Но контролирующие органы других стран неужели не вставляют палки в колеса нашим экспортерам? Где и с какими? Они себе вставляют палки в колеса в первую очередь. Потому что вот какие-то люди Европейской комиссии, они сориентировали так, что не надо общаться контролирующим органам с российскими партнерами, то есть с нами. Ну, они не общаются, в результате мы не знаем ситуации. В результате то, что даже открыто, и то, что не попало в санкционные списки, медленно, но верно закрывается. И когда вы там обсуждали, в прессе очень много говорили,
о том, что там корма для животных. Но если нам не отвечают коллеги, а мы спрашиваем, почему уже 4 случая, когда у вас в течение года в кормах для домашних животных, где написано кролик, ДНК кролика нет. Что же там вместо кролика? А все то, что гораздо дешевле. Кролик-то дороже, начиная от птицы и всякой требухи, по-русски говоря. Поэтому вы же понимаете, что сегодня вот эта ориентация, она абсолютно не несет никакой для нас нагрузки. С теми, с кем надо, мы работаем. Вот из Омана прилетели 19 числа, инспекторы проверяют наше предприятие. В мороз прилетели. Понимаете, пришлось даже помогать с обувью, потому что не в той обуви. И вот эти вот ориентиры на страны Юго-Восточной Азии, арабские страны, ну, они и были всегда, и Иран в том числе. То есть мы всегда старались найти общий язык и с Ираном, и с Ираком. Как раз с их службами было сложнее. Потому что в Европе мы понимали, что там ничего не добьешься. Ну, Америка, само собой, там вообще 10 контролеров на привозе на американский рынок. И ты, если договоришься с двумя-тремя, то остальные тебе будут мешать. Там беспроигрышные у них. Со всеми не договоришься? Нет, никогда. Еще вопрос в продолжение темы качества продукции, которую вы затронули. У нас западные продовольственные компании из России ушли, и, соответственно, их активы теперь в других руках. В связи с этим вопрос, по вашим наблюдениям, сказалась ли эта ситуация каким-то образом, прежде всего, на качестве продукции, на безопасности? Безопасность контролируется, и у нас она такая достаточно многоступенчатая, потому что вот сегодня мы можем поднять историю любого иностранного предприятия уже за 12-13 лет, и мы можем сказать, история, ну, как кредитная история в банке, благополучна или нет. Аналогично мы уже 3 года делаем истории наших предприятий. Поэтому, учитывая то, что у нас анализы все делаются лабораториями, и практически все ветеринарные лаборатории страны сегодня в нашей электронной системе, и мы видим все то, что происходит. И видим достаточно эффективно. Поэтому с точки зрения безопасности, я скажу, что те показатели, которые были в пределах вот последние годы, ничего не изменилось. Хоть санкции, хоть не санкции. А те вопросы, которые связаны с уходом каких-то компаний, это замена продуктов. И замена продуктов, она, я думаю, что именно определенного вида. Вот у одной компании, которая занимается у нас продажей гамбургеров, так называемых, да, у них там вот не хватает крест-салата или не хватает там какого-то определенного вида салата. А этот салат раньше, допустим, был из Европы там, потом стал из Турции, потом из Македонии. Ну, бизнес... А потом наш подрос, да? Я вам могу сказать, что вот настолько изменилась вообще жизнь, которую, я думаю, что простые люди, они не заметили. Это также касается и яблок, это касается и томатов. Но главное, чтобы это все не сказывалось на качестве. Качество, я вам могу сказать, что мы как раз стараемся гораздо дальше идти, чем это было раньше. Особенно вот сейчас, в период, когда министерству передали те полномочия, которые были в 2010 году по контролю за пестицидами, мы совершенно хотим выстроить другую систему. Мы хотим сориентировать на то, чтобы мы не наступали на те грабли, которые США и Европа, и Швейцария, когда крупные химические концерны монополизировали рынок с пестицидами и доказывали, что вот если вы этим не польете, значит, у вас ничего не будет. А мы сейчас ориентируемся на то, чтобы были уже так, как в Бразилии. В Бразилии 450 биопестицидов зарегистрировано, у нас только 2. Вот нам надо стремиться к тому, чтобы биологические методы защиты, биологические пестициды, а это на основе грибов, плесени, то есть это такие вещи, которые биологически на самом деле защищают. Поэтому я думаю, что если мы вот правильно сориентируемся в этом отношении, и нас законодатели поддержат, потому что нужно же и законодательно менять. Потому что сегодня пестициды химические регистрируются одинаково как с биологическими. Но это же неправильно. Биологические это меньше нагрузки несут совершенно. Поэтому я думаю, что вот в этом отношении нашим потребителям беспокоиться не стоит. А если есть какие-то конкретные вещи, то их надо описывать и обращаться. И в Роспотребнадзор, и к нам, мы быстро реагируем. И буквально к нам, вот кто знает, просто звонят, и мы тут же реакцию свою даем.
Но много ли фальсификата сегодня на российском рынке? Где он чаще всего наблюдается? И какие есть эффективные рычаги воздействия? С фальсификатом стало меньше по сравнению с тем, что было. Потому что вот мы, благодаря работе электронной системы, мы вышли на совершенно другой уровень понимания всей контрольно-надзорной деятельности. И сейчас, когда Дмитрий Юрьевич Григоренко проводил совещание с руководителями контрольно-надзорных органов, вот я сказал, что мы сегодня обладаем таким пластом знаний через электронную систему, который представляет интерес для налоговой службы, для транспортного надзора, для силовых органов. Потому что мы видим, кто сегодня даже утаивает налоги через электронную систему, казалось бы, ветеринарно-сопроводительных документов. Почему? А потому что у нас многие люди не понимают, что сегодня в электронной системе, независимо от того, куда ты отправил продукцию, в Красноярск или в Калининград, и ты манипуляции какие-то сделал бумажные в электронной системе, во-первых, остались следы, во-вторых, дальше мы смотрим, ты из Красноярска перекинул в Калугу молоко, а потом сливки из Калуги в Красноярск. А здесь система поток ГАИ мы запрашиваем, и дальше Платон, а машины не ходили, а на машины списали деньги. А эти компании в Калуге... Перекинули только на бумаге. Да, а деньги-то списаны. А в Калуге эти компании, которые получили на сотни миллионов как будто бы молока, а всего у них там в отчетности 1 200 000 300 000. Поэтому у нас очень интересно. Я как раз сказал, что надо уже другой уровень электронного взаимодействия между органами. Нам не нужны персональные данные. Но если мы смотрим машину, которая «Газели», она везет 20 тонн в Красноярск из Калуги, ну это абсурд. Но этот абсурд сегодня можно сделать. Почему? Из-за того, что мы не слишком коммуникационно обеспечены. И с налоговой аналогично. Вот по Красноярску там теневые обороты компании, вот мы оцениваем минимум 1,5 миллиарда. Вот представьте себе. Вот такие вот у нас люди. Но я вам могу сказать с другой стороны. Мы-то нашли, откуда эта продукция, и нашли, что это, скорее всего, иранские сливки, которые просто незаконно ввезены через Казахстан. Но объемы в сумме минимальные, это 1,5 миллиарда. Поэтому, с одной стороны, это проверено, было безопасно, но, с другой стороны, это фальсифицировано, потому что незаконно. И когда мы говорим о фальсификации, то есть, когда есть фальсификация просто растительными жирами в молоке, вот это сегодня очень прослеживается хорошо, и практически я могу сказать, что вот еще год, и мы при определенных условиях, потому что мы же были ограничены ковидом, мы были ограничены тем, что мы не должны проверять. Но у нас сегодня по ряду предприятий есть там по 40 обнаружений, мы предупреждаем. Ну, дальше-то надо не предупреждать, надо либо закрывать предприятие, а предприятие градообразующее. Понимаете? И на нем работает там определенное количество людей. То есть у нас вот эти вопросы, их надо регулировать так, как регулируют, в принципе, на Западе. Это оборотные штрафы. Ну и просто у американцев вообще там ты персонально отвечаешь за того, кому ты продаешь. И ты должен в службу, аналогичную нашей, дать все персональные данные человека и подписаться, что он не привлекался к уголовной ответственности за нарушения в продовольственной сфере. Еще один вопрос, связанный с техническим, технологическим переоснащением. Какие изменения в этом направлении за прошедший год произошли и насколько это помогает в работе? Ну, конечно, здесь вот те меры, которые компании, особенно в лабораторном оборудовании, начали делать. И я скажу так, что компании сами-то особенно не хотят ничего менять. Почему? Потому что для них это тоже серьезные деньги, но есть вещи абсолютно необъяснимые. Допустим, вот датские там фермеры, вот они отказываются там поставлять что-то, то, что поставляли, да? Ну... Есть чем заменить? Заменить-то в любом случае есть чем. Вот мы интересные вещи, которые тоже не особенно озвучивали. Вот, допустим, инкубационное яйцо, мы все время говорили, что Россия, инкубационное яйцо. Вот мы импортировали 800 миллионов яйца раньше. В этом году 400 с небольшим.
а производство мяса увеличено 3, 4, 5, 6%, там как по концу года сложно. Собственную продукцию заместили. Заместили своей продукцией, не из других стран. То есть мы в два раза меньше сократили сегодня импорт яйца. Свиньи генетику покупали, в том числе в Дании. Ну, 20 тысяч голов. Вот теперь прошло там 1500. Да, есть проблемы в дальнейшем, которые надо решать у себя. Но над этим-то люди работают. Также со скотом, я могу сказать, с крупнорогатым. Но мы завозили 120 тысяч голов. Ну да, сейчас возим 30 тысяч голов. Но производство молока-то в том секторе, кто покупал этот скот, увеличилось. Так что я вам скажу, что, конечно, санкции и как вот нас правительство стимулировало, контрольно-надзорные органы, что надо меньше ходить, но больше выдавать. Мы посчитали в прошлом году и в этом году, значит, у нас в 7 раз сократилось количество вот наших посещений, проведения проверок внеплановых, и в 7 раз вышло выше производительность. Теперь парадокс заключается в том, что нас правительство вообще направило по правильному пути. Единственное, что надо понимать, что теперь эффективность должна заключаться в том, чтобы до конца доводить то, что мы начали. Сергей Алексеевич, начали ли вы уже разворачивать работу ведомства в новых регионах? И как оцениваете ситуацию на этих территориях? А мы в новых регионах, практически Донецк, Луганск, вся ситуация, там были соответствующие службы, мы с ними контактировали и работали, и продолжаем работать до сих пор, и с руководителями регионов у нас все контакты есть, и специально рабочая группа по интеграции есть, которую возглавляет один из руководителей тоже учреждения Россельхознадзора, и те, которые Херсон и Запорожье, мы поэтому сегодня говорим о том, что Украину много скрывает. И то, что Украина много скрывает, например, это африканскую чуму свиней и высокопатогенный грипп птиц. И все это сегодня приедет в Европу вместе с теми людьми, которые сегодня ездят за пособиями. Поэтому вот с точки зрения того, что мы сегодня сделали, мы сегодня элементарно наводим тот порядок, который должен быть. Да, это непросто, да, это своеобразно. Ну, в любом случае, нас это совершенно не пугает. И мы не первый раз это делаем. С начала специальной военной операции на разных международных площадках говорили об угрозе чуть ли не продовольственного кризиса. Как вы оцениваете ситуацию, учитывая ту информацию, которую вы сейчас озвучили? А это зависит в большей степени от того, что сама Европа спрогнозировала себе серьезные проблемы со всеми фермерами. И если мы с вами на следующий год не увидим массовых выступлений фермеров в Европе, мы будем с вами удивлены. Почему? Ну, потому что они сначала дернули кошку за хвост, а к ней оказалась привязана, помимо газа и нефти, вся химия, которая производится, и теперь она дороже там в 3-4 раза. Все упаковочные материалы, все электрические вещи, связанные с кондиционером, то есть все подорожало. В Европе все подорожало. Фермеры в Европе этого просто не выдержат. У них будет массовое банкротство. От этого, безусловно, выиграют Соединенные Штаты, которые, с одной стороны, поставят нефть и газ, а с другой стороны, они и продукцию будут поставлять. Поэтому все перипетии Европы о том, что они с гормонами мяса не хотят есть, завтра они забудут. И заключительный вопрос. Как вы оцениваете в текущем году перспективы на следующее взаимодействие ведомств в рамках ЕАЭС? Ну, вот честно, что мы взаимодействие это нормальное между нами, но мы в нормативно-правовом регулировании, я считаю, что остаем на десяток лет. Почему? А потому что мы не учитываем уже новые подходы. Вот у нас электронные системы, да, эти системы дают сегодня понимание полное, полную прослеживаемость и ветеринарии, и фитосанитарии, лабораторные исследования. Мы должны уже совершенно по-другому работать. И мы должны даже в контрольно-надзорной деятельности никаких нам плановых проверок не надо. Почему? Потому что мы по анализу электронной системы и по истории предприятия можем сказать, это предприятие будет систематически нарушать или только по ошибке кого-то где-то. Поэтому вот это нигде не учитано сегодня и не учитывается. И те нормативные документы, которые были сделаны там в 2010, 2011, 2012 году,
они никуда не ушли. Технические регламенты, которые провозгласили как основа того, что должно было быть, они учитывают там 4 антибиотика из 120, которые применяются. А нормы остаточных количеств вредных веществ, пестицидов для человека ровным счетом в 120 раз ниже, чем для животных. То есть у нас можно по техническому регламенту одному человека кормить, а животного нельзя. Ну, вы видите, что вот отношения хорошие, прекрасные, встречаемся, обсуждаем, но уровень того, что мы должны сделать, он вообще не соответствует тому, что мы должны двигаться вперед. Но есть перспектива исправить ситуацию? Перспектива всегда есть, что, конечно. Что нужно для этого сделать? Ничего. Вот Россия на следующий год будет принимать в ЕС, в ЕАЭС нашем, всех руководителей здесь. Будем стараться доводить до руководителей, что нужно двигаться не просто в изменении каких-то технических регламентов, а нужно менять концепцию. Потому что если ты в техническом регламенте написал мясо-сырье, и в колбасе у тебя субпродукты, то это тоже мясо-сырье. А в колбасе не написано, что это субпродукт. Сколько поэтому мяса в той колбасе? Поэтому нужно с точки зрения все-таки регулирования технических регламентов тоже переходить на другой уровень и быстро. А мы их принимаем 5, 6, 7, 8 лет. Ну, так далеко не уйдем. Но это не мешает нам внутри страны все равно делать самим. Поэтому мы то, что сделали сегодня внутри страны, наши коллеги все равно видят. И первые, кто сориентировались, это наши коллеги белорусские, потому что вот эти перемещения продукции, интеграцию мы с ними сделали. Единственное, они там еще не доделали от производителя до мясопереработки или молокопереработки. Вот они сейчас тоже это доделают. И у нас будет полностью практически интегрированный. Вошло, вышло, сколько молока принял, сколько произвел. Сергей Алексеевич, благодарю вас за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Желаю вам продуктивной и плодотворной работы в грядущем году. Благодарю вас, Сергей Алексеевич. Спасибо.